Ребята, всем привет! Это мое официальное заявление по поводу спорта и похудения. Я завершаю, короче, все попытки этим заниматься, потому что я устал. Не иметь в этом результата, и меня это вообще выбивает из тапок, то что я не могу добиться желаемого. Я сам занимался с тренерами, я живу с тренером. Я реально перепробовал все варианты. Последнее уже было, я участвовал в проекте, где были тренера, нутрициологи, ну куда уже больше. Я не буду извиняться перед теми, кто верил в меня, потому что я тоже в себя верил, ребята. Я сделал все возможное, все, что в моих силах. Я не могу. Я вот другой, короче, я походу человек, и я завершаю, реально завершаю, короче, эту тему, потому что я задолбался проигрывать. Мне не хватает дисциплины, короче, я вылетаю из этого режима, и в итоге, короче, я не хочу просто больше этого, потому что быть человеком, который постоянно в пути и никак не может дойти до своей цели, я больше не хочу. Что для меня больнее? Видеть свое отражение в зеркале, либо не иметь результат, к которому я постоянно иду? Блин, да лучше отражение в зеркале таким, каким быть, короче. Вот жить таким, какой я есть. Просто, знаете, это когда как боец, вот человек, который... там вот выступает там UFC, допустим, да, в каких-то драках. Вот у него поражение. Уже 18-0 у него поражение, ни одной победы. Он понимает то, что ему нужно уходить и больше этим заниматься. Вот и я, короче, все. Операция, я не буду ее делать. Поэтому, короче, до свидания, спорт. Я живу тем, кем живу. До свидания, фитнес-клуб. Все.